Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня у нас с вами будет второй расклад на такую тему, как «Что вас ожидает в июне месяце?». Будем с вами смотреть на винтажном Таро. У меня некоторые спрашивали, очень понравилась данная колода, как она называется. Ну вот я вам решила показать. Это идет винтажное Таро. Достаточно интересная колода. И мы сегодня с вами будем смотреть на данной колоде. Итак, будем с вами смотреть, что вас ожидает в июне месяце, то есть какие будут у вас события, какие-то, может быть, важные будут происходить события. Мы с вами будем смотреть. Будет три варианта ответа, то есть вам нужно просто задать про себя вопрос, какие события меня ожидают в июне месяце, и выбрать один из трех вариантов. Итак, мы сейчас с вами посмотрим. Итак, вариант номер один, вариант номер два и вариант номер три. Задайте при себе вопрос и выберите именно тот вариант, который вас устраивает. Ну что, я думаю, что, наверное, каждый определился, каждый выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Итак. Смотрим первый вариант. Вообще у вас идут достаточно прекрасные события в июне месяце. Здесь в первую очередь вас ожидает очень много встреч. Очень много встреч. Это может быть с отношениями связано. Это могут быть какие-то рабочие моменты. Это могут быть по бизнесу встречи, какие-то переговоры, договоренности. То есть вы будете общаться, ну, сейчас будем смотреть дальше, но во всяком случае пока идет именно ситуация, что вы будете общаться с нужными для себя людьми и решать какие-то очень такие главные, глобальные задачи для себя. Да? То есть то, что вам нужно было, то, что вы не могли, предположим, пробить какие-то стены, то как раз в июне месяце вы будете встречаться именно с такими людьми, которые вам помогут решить какие-то, вот, знаете, важные задачи для себя. То есть это может быть все, что угодно, это может быть любая сфера. Но именно на вашем пути будут встречаться как раз такие люди, которые вам будут помогать, которые будут вам давать какие-то подсказки, оказывать вам какую-то помощь, благодаря чему вы значительно сможете решить, ну, во всяком случае, пока максимум, да, каких-то важных таких своих вопросов. Так, сейчас мы с вами раскроем вам месяц, ваш месяц вообще, что ожидает. Ну, смотрите, да, однозначно у вас идет прорыв, очень удачный месяц для вас идет, такой значимый, то есть очень будете решать именно те вопросы, которые вас давно мучают, то есть там, где вы ничего не могли решить, именно тот момент, когда у вас, знаете, как была закрытость в каких-то вопросах, то как раз уже в июне месяце идет движение, уже идет реализация, то есть вы даже можете, знаете, как-то, вот если в каких-то вопросах таких важных, да, вы можете замахнуться, ну, так масштабно, я бы сказала. То есть если бизнес расширять, то по-крупному, да, если решать какие-то вопросы. То есть у вас идет очень сильный переворот в июне месяце. Вас немножко будет, конечно, одолевать страх. Присутствует такая ситуация, что либо недоверие какому-то человеку, либо страх будет присутствовать, и в какой-то момент вам захочется все оставить как есть. Но не стоит этого делать, потому что здесь, когда вы начнете вот реализацию своих позиций, реализацию своих идей каких-то, да, вы поймете, что, в принципе, вы на правильном пути, что вы не ошиблись в своем выборе, что вы сделали все правильно. А здесь очень главное вот для вас – это ваша установка, да, что вот я могу, я справлюсь, у меня все получится. Потому что вы действительно значительно улучшите свою жизнь во многих аспектах. Во-первых, вы уже для себя определитесь, вы уже поймете, что в каком направлении вы идете, что вы для себя важное решаете, то есть какие важные задачи вы осилите, сможете решить, и благодаря этому вы значительно в июне месяце
кардинально поменяете свою судьбу. Позиции у вас неплохие на июнь месяц. Как я сказала, будут и нужные люди, нужная поддержка, понимание. Если были какие-то ссоры, конфликты, то на июнь у вас прекрасное время, когда вы можете полностью наладить отношения. Если вы одиноки, то встреча маловероятна. Знаете, такая она будет, у вас какие-то встречи, знакомство может быть. Но оно такое, знаете, пока... Я бы больше сказала, как легкое какое-то общение, то есть что-то серьезное пока предпринимать не будете, но зато вы уже для себя сможете вот определиться, то есть какой вам человек нужен. Да? То есть, может быть, здесь, знаете, как будет знакомство просто для того, чтобы вы пересмотрели в первую очередь как бы свое внутреннее состояние, что вам нужно. Может быть, еще обучение, кстати, в июне месяце, то есть если кто-то планировал, но боялся там сделать какой-то шаг, то как раз в июне месяце самый такой процесс, когда действительно можно сделать такой кардинальный шаг и вот пойти на что-то обучаться. То есть если давно хотели, то здесь как раз очень значимые события. У вас в июне ваша судьба, она перевернется. Полностью перевернется и будет совершенно другой. Но внутренне вы уже к этому готовы, вы долго к этому шли. И как раз в июне вы уже сделаете вот этот старт, чтобы все поменять и, как говорится, уже улучшить свою судьбу. Это у вас так. Так, это у нас с вами были первый вариант. Смотрим второй вариант. Угу. Так, у вас, знаете, идет именно такая ситуация. Вот если вы сейчас находитесь в какой-то сложной ситуации, да, то есть у вас вот идет такой момент, что вы вот как будто не понимаете вообще, больше, знаете, такое состояние у вас, как будто вы в какой-то прострации находитесь и не до конца понимаете вообще, а что мне делать дальше. Вот у вас пока такая линия просматривается. Ну, возможно, сейчас будем, конечно, раскрывать, но... Возможно, что в июне месяце вы как раз от этого освободитесь. И знаете, как вот наконец вы... Может быть, увидите свет в своей жизни, да, то есть увидите именно то, что для вас значимое. Либо увидите просвет вообще в какой-то позиции, да, в каком-то вопросе, в каком-то деле. Особенно если у вас ничего не получалось, то как раз вот идет то, что вы увидите, да, вы увидите просвет. Причем это будет очень быстро, вас это будет очень радовать, вы будете наслаждаться уже совершенно другими событиями, и вы поймете, что, знаете, как вот идет такая ситуация, и идет вообще, знаете, вот какая ситуация, что вот то, в чем вы не разбирались, то, в чем вы не понимали, как решить вопрос, либо если очень долго ждали какого-то прорыва. Вот как раз в июне у вас идет эта ситуация. У вас в июне будет, знаете, такое вот, ну, я бы сказала, очень резкие изменения в жизни. Они вас будут радовать. То есть здесь вы первый вот почувствуете свою силу. Вы почувствуете свое внутреннее состояние уверенности, что действительно есть все шансы вот что-то поменять и что-то изменить. Понимаете, то есть у вас идет прям месяц очень удачный, счастливый. Вы, наконец, вот раскроете какие-то позиции, либо раскроете кого-то. Знаете, как вот если долго добивались там какой-то правды, то как раз в июне вы сможете это сделать. А в июне у вас будет очень много движений, к этому будьте готовы. То есть если была какая-то у вас заминка, да, было какое-то состояние, что ничего не решалось, как бездействие какое-то было там, либо с вашей стороны, такая безысходная ситуация, либо со стороны других людей. Это, знаете, такая была просто временная пауза для того, чтобы вы набрались сил, набрались энергии, благодаря чему дальше уже вот с новыми силами вы могли решить максимально удачно свои вопросы. Очень много будет перемещений, очень много будет движений. Кого-то будет радовать, что кто-то оформит покупку в июне месяце, либо с кем-то объединиться, то есть тоже, знаете, как если у вас не получалось, был такой период, когда вы не могли с кем-то встретиться, ну, ждите гостей, либо вы в гости поедете, такая ситуация тоже может быть. А вы для себя, знаете, как, ну, вы откроете глаза на многие вещи в июне месяце. То есть вы уже увидите вокруг себя то положение вещей,
в котором вы находитесь, да, то, что если раньше вы как-то, ну, были у вас такие моменты, что вы не замечали очень много деталей своей жизни, и у вас была ситуация, что вот вроде вот я могу, да, вот могу, вроде вот, ну, знаю, но вот как мне вот этот прорыв сделать, вот, может быть, знаете, такое вот сомнение постоянно вас одолевало, то как раз в июне вы это все решите. То есть вы решите какие-то вот давние задачи, проблемы, которые вас волнуют уже очень долгое время, которые вот, ну, никак не получалось. И не обязательно, что вы там что-то не так сделали, да, могли просто вот такие внешние факторы повлиять, обстоятельства, что никак, как бы, все свое внимание переключали на какие-то другие позиции, то как раз здесь вот эта ситуация у вас идет такая совершенно обратной позиции, когда действительно все решается. И то, что было временный какой-то застой, передышка, ну, это просто было состояние такое, знаете, как раз вам давалось время просто передохнуть и набраться сил. Очень много будете тратить энергии в июне месяце, но это не напрасно. У вас еще может быть вот такое состояние, что не захотите ничего там предпринимать, потому что, ну, что все равно это все впустую, да? То как раз в июне месяце вот все ваши действия, они не напрасны. И все, что вы будете делать, и все, что вы будете вот предпринимать в июне месяце, это все вам будет идти во благо. Так что здесь просто сосредоточьтесь на этом и действуйте. Так, это был второй вариант. И смотрим третий вариант. Ой, вообще у вас прекрасная просто карта. На самом деле третий вариант. У вас просто идет супер месяц. Очень счастливый, интересный достаточно, благоприятный, богатый месяц у вас идет очень. То есть вы, наконец, знаете, вот в июне месяце будете получать вот все блага судьбы, да, вот все подарки судьбы, которые вы заслужили, которые вы очень долго ждали. То есть вы очень много потратили сил, вы очень много тратили своей энергии, да, свои нервы, свое время. И вот как раз июнь месяц уже, то есть вы будете получать вот все абсолютно. Для каждого, конечно, идут свои какие-то позиции, да, свои подарки, особенно вот кто чего ждет, но именно в июне месяце вы это все будете получать. Знаете, как вот долгожданный, такой вот радостный переворот в жизни, да, когда очень-очень хотелось, но не получалось. Тоже идет прорыв. У вас, кстати, очень легкий месяц идет. Вы наконец, а вот у вас наоборот, знаете, вы наконец можете расслабиться. Вы наконец можете отдохнуть. Уделите время детям, уделите время себе, дому, семье, понимаете? То есть уделите время каким-то своим желаниям. Вот у вас как раз наоборот месяц идет именно такой, когда были переживания, страдания там, за кого-то, за семью, что где взять деньги, там, как устроиться на работу, где там достать что-то, да, там, либо решить какую-то проблему, то вы как раз в июне от этого освобождаетесь, понимаете? То есть у вас идет месяц легкий, интересный, где вы будете либо путешествовать, знаете, как если хотелось там куда-то поехать, то как раз июнь самый такой месяц, когда вот хотелось там просто там встретиться с друзьями, да, либо поехать в какое-то место там, ну, поинтересоваться, посмотреть. То есть вот как раз у вас идет вот эта вот динамика, когда действительно вы месяц будете проводить по своим интересам, по своим желаниям. Там вот, знаете, так непринужденно, легко, свободно, когда вас ничего уже не будет волновать, когда все легко будет решаться. И вот эти все ваши внутренние переживания, они, наконец, вас отпускают. Когда, знаете, такое вот состояние, что вот всем показываете одно, что да, вот все хорошо, а внутри все кипит, да, когда внутри одни переживания и страдания за себя и за всех, и как это решить и что делать, то как раз вы от этого освобождаетесь. Вы настолько себя легко будете чувствовать в июне месяце, вы настолько будете себя чувствовать прекрасно, что у вас появятся какие-то новые идеи, у вас появятся какие-то новые возможности, которые вы начнете реализовывать, но единственное, что пока не спешите. У вас июнь месяц идет вот просто наслаждаться жизнью. Вот позвольте себе переключить свое внимание на различные вот отдых,
хобби, детей, там, да, вот на какие-то такие вот, вот дела, которые вам давно очень хотелось. То есть, может быть, была постоянная забота о ком-то, то как раз в июне пришло время сейчас вот позаботиться о себе. Просто вспомнить про себя, про свои желания, про то, что вам давно хотелось, и тем более у вас исполнение желаний идет. То есть, знаете, как особенно если очень долго там загадали, да, там давно загадали, ждали, то как раз это все получится. И самое главное, что вы сможете вот полностью переключить свое внимание на что-то позитивное, на что-то яркое, интересное, и, наконец, освободиться от этих переживаний. Поэтому здесь месяц у вас идет просто волшебный. Это вот кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами получился расклад на месяц. Я вам всем желаю, чтобы этот месяц для вас был самым прекрасным и чудесным. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.